Грешник должен покаяться. В одном журнале вы писали, что Бог грешников не слушает. Выходит, что грешнику молиться бесполезно? Не я. А Писание говорит, что грешников Бог не слушает. Но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. Евангелие от Иоанна, глава 9, стих 31. Но от первой до последней страницы Евангелие учит, что Бог ожидает от грешника покаянную молитву. Такую молитву Бог принимает, прощает грешника, возрождает его к новой жизни, из грешника делает праведника. Нет праведника, который раньше не был грешником. Никто, кроме Христа, не родился праведником. Приняв Христа в сердце верою, человек принимает и праведность Христа.